Здравствуйте. Сейчас мы с вами создадим принципиальную схему цифрового термометра. Сердцем нашего устройства является контроллер AVR от Mega 328. Как вы успели заметить, я уже начал воплощать нашу идею в реальность.
Алло. Да, привет, слушай, ты на работе просыпаешься прям? Ну, мне сейчас надо сбегать на вторую работу. А, ну что, на вторую, ладно. Ну, сейчас у меня выходные в среду. Там уже примерно все сконцентрировано. Да. Да, привет. То есть. Ну, то есть, вот, допустим, не выполнял это, кого-то заразил, там у нас есть что-то такое, да? А, я про это слышал, да. Да, штрафы буду выписывать потом или впадут в уголовную ответственность, да. там Лавоха будет, там он, а вы здесь, где он был, там, в магазине, который у нас был, прям такой, ну, пошел там. Ну да. Да, у пенсионеров заблокировали карточки, заблокировали эти проездные билеты. Короче, мы одним словом ограничили. Мы с вами отрисовали принципиальную схему нашего цифрового термометра. Сердцем нашего устройства является микроконтроллер от Мега 328 АВР. Датчиком, замеряющим температуру, будет у нас DS18B20. Показания будем вводить на индикатор CD1620. Он у нас в виде вынесен в виде отдельной колонки. К которому подключимся проводами, а также чтобы обмениваться с компьютером данными или залить программу в наш микроконтроллер. Для этого нам требуются выходы UART. Вот эта клеммная колодка, к которой мы будем подключаться. Подробности по поводу схемы, как она работает. Все это будет в следующих уроках.